Очередной противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и администрация Шпаковского района. В Новомаревском колхозе осмотрели технику и проверили наличие опашки. Оценили уровень готовности самих рабочих на случай пожара. При данных рейдах проверяется наличие опашки шириной не менее 4 метров, укомплектованность техники, тракторов, комбайнов первичными средствами пожаротушения, наличие искрогасителей на автомобилях, далее наличие трактора с плугом при площади более 25 гектар, ну и бочки с водой. Не экономить на пожарной безопасности – таков девиз Новомаревского колхоза. Правильность этой хозяйственной политики подтвердилась буквально на днях. На колхоз шел огонь из соседнего села. Благодаря бдительности коллектива и необходимым средствам пожаротушения возгорание удалось миновать. В первую очередь огромное внимание уделяем пожарной безопасности. У нас здесь, на центральном таку, возле каждого ангара оснащены пожарные щиты, песок, вода, пожарные машины стоят как в поле, так и на предприятии. Поэтому экономить на этом хозяйство не собирается. В целом, проверку колхоз прошел, но с небольшими замечаниями. Например, сигнализация должна быть автоматизированной. Претензий к нам нет, небольшие недочеты, я думаю, мы устраним в течение кратчайшего срока. Подобные рейды сейчас проводятся по всем полям Ставрополья. Не дать огню уничтожить урожай – вот главная задача всех хозяйств. Яна Лукошкина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.